Господа, представьте, что вы оказались одни во время зомби-апокалипсиса, который только что произошел. И все вокруг в Майнкрафте. Да, звучит невероятно, но подумайте и напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы пережили первую ночь. Я бы, наверное, построил бы себе дом из грязи и завел бы пса. Также ставьте большущий палец вверх за 3 секунды, успейте, чтобы получить плюс 10 к выжимаемости во время зомби-апокалипсиса в Майнкрафте. Нажимайте на эту красную кнопку подписаться, чтобы увеличить шансы. Ребят, дерзайте, не стесняйтесь, усаживайтесь поудобнее. Поехали! Так, зомби-апокалипсис уже в самом разгаре, и начинается у нас все с погони от зомби в Майнкрафте. Капец, они окружили уже, давай отбивайся быстрей! На! О, у него только... Давай, спасай свою девушку, братан! Давай, бежи! О, у него нет ничего, в инвентаре только кусок мяса. Они их просто окружили. Так, отлично, создавай верстак, все прекрасно. Надо создать хоть какую-то хитрую, хоть какой-то меч, чтобы противостоять этим зомби и спасти свою девушку. Давай, братан, немедли, не мешкай. Куда ты побежал? Ты взял кусок железа. Отлично, создаешь, наверное, железный меч. Или что? А, щит. Новое видение в Майнкрафте. Так, минус скелет, я так понимаю, все прекрасно. Зомби покидает этот чат. Давай. Бежим, родная, бежим. Защищаемся. Все хорошо с тобой? На, покушай. Восстанови силы. Любовь в Майнкрафте. Это так грустно! Это так грустно! На! Получай! Я отомщу вам за свою девушку. Что вы с ней сделали? Крипер, это все ты. Он сейчас будет им окончательно мстить. Пол хп осталось. Надеюсь, все будет нормально. Огненные стрелы пошли в бой. Пауки. Пауки надвигаются. Давай, братан. Он в отчаянии. Он просто в отчаянии. Берет все, что попадется на его пути, и отбивается от этих монстров. Какой-то эндермен прибежал. И отдает своему базуку. Просто из кармана. А-ля GTA 5. Все, минус эндермен. Пожалуйста. Я думал то, что она воскреснет. Ох, это все очень грустно. Теперь появляется он в своем доме в лесу. Начинает какой-то крафт, но во время крафта к нему начинает кто-то биться. Я так понимаю, какой-то опять зомби, но как он может оказаться днем? Вот этого я не понимаю. Не темно же? Как они спавнятся? Это очень необычно. Никого вроде не вижу. А кто стучался? О, ёлки-палки! Херабрин! Так, а что делать? О, ты чё, братан? Две хпшки. Двое доспех осталось. Надо создавать себе оружие, чтобы противостоять ему. Какая-то ловушка. Оба-на. Нормально так придумал. Он ждал, походу, этого херабрина. Определенно. У него это получилось. Но он от него, я уверен, до конца не избавился. Его нужно вызвать на главную битву. Вот это да!
Вот это да! Вот это он хорошо построил основательно свой домик. Ага, доспехи, все у него под землей. Все хорошо. Он готовился, видимо, к этой встрече. Возьмет сейчас меч. Зачарованный. Потрясающе. Берет лук и идет, видимо, навстречу. Но как они спавнятся зомби днем? Возможно, это какие-то специальные зомби. А нет, стоп, это опять Херобрин здесь? Сколько он с ним будет драться? Ему стрелы нипочем. Крипер. Ну, Крипер, ладно. Не успел. Не успел взорваться. Поймал, видимо, парня в ловушку. Но он сопротивляется как может. Скелет в него не попадает. Скилл. Скилл наточен. Добра. Тихо, тихо, хватит. Да, вот это настоящий сейчас битва будет. Давай, зомби первый покидает бой, покидает мир Майнкрафта. Второй тоже, мелкий Херобрин попал под Friendly Fire. Ну да, скелет, конечно, не очень скиллованный, не удается ему попасть в нашего героя, который стремительно идет к своей цели, к последней битве с Херобрином. Что? Что? Ёлки-палки. Это чтобы он стал выше и его не смог достать? Гениально. Где он? Или он ближе просто к нему подошел? О! И этого достаточно, что ли? Ну? Разве нет? Он встает! Давай, давай, иди сюда! Давай, но ты все равно не сможешь. Попал, попал так попал. Развалился как кусок дерева на самом деле. Столько очков опыта ему дали. Но он на этом не остановился. Он пришел, получил с небес молот Тора и пошел футбольное поле, чтобы разобраться с остатками монстров.
Молот Тора способен на все. Посмотрите. Он просто их разбирает, как орешки. Все, их больше нет. Потрясающе. Братан, да ты просто... Волшебник? Минус паук, минус зомби, минус свинозомби, минус скелет одним ударом. Одним броском сразу пятерых. Супер. Они даже на него не пытаются идти, не пытаются ему сопротивляться. Потому что это бесполезно. О, супер. Превосходно. Не думал, что Молот Тора на такое способен в Майнкрафте. Бронированные зомби. Ну, я думаю, с ними ситуация такая же. Сейчас это облачко поможет. Все, разлом. Разлом. Разлом в Майнкрафте. И их больше нет. Парень спас этот мир от Майнкрафт зомби апокалипсис. Теперь вы можете спать спокойно. Если вам действительно все понравилось, обязательно ставьте большущий палец вверх, подписывайтесь обязательно на канал. Если вдруг впервые, чтобы ничего больше не пропускать, рассказывайте всем своим друзьям об этом. Пусть восхитятся, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. И посмотрите вот эти видосики, это специально для вас. А это еще одно восхитительное видео по Майнкрафту. Тыкайте, вы не пожалеете. Счастья, ребят, вам здоровья, всего самого наилучшего. Желаю вам всем успехов. Никогда не болейте, никогда не унывайте, не отчаивайтесь. Хорошего вам настроения, увидимся уже в новых видео. Пока!